Евро не чарджат за вилки, как в Милане. Жесть какая-то, тут по мужик вот так вот спят. Так вот выходишь из-за угла неожиданно, а тут такое чудо. Что-то готическое. А мы случайно не сюда шли? Слушай, давай так, мы же как бы не на задворках Парижа, правильно? Мы идем в Нотр-Дам. Да. Правильно, да? Мы ничего не перепутали. Да. А что происходит на улицах? Что происходит в аптеке? Что происходит вообще везде? Сейчас курят гашиш. Гашиш? По-моему, да. Пахнет так, запахнуло. Так, я что-то недопонимаю в жизни. Почему здесь все это происходит? У меня один такой. О, смотри, парикмахерская. Повторите, по дешевке. Так сказать, гангстер щит стайл себе. Слушай, так что скоро будет опасно вообще вечером, наверное, идти. Слушай, ну если кинули бутылку, блин, настоящую бутылку в нас кинули. И главное, ты еще и снял. Хорошо, что ты снял, да? Это полная жесть. Ты видишь, он просто идет, и только... А что это такое? Слушай, что это за бомжатник? Правда, он нас кинул, потому что ты бомжей снимал? Ну вот смотри, что например, например, он бомж. Или бывший бомж. Или бывший бомж, да? А этот вот будущий бомж. Вот чеки есть ни одного. Вообще ни одного белого человека. Люди, ну вот скажите, ну что это за Франция? Почему? Почему здесь все так? Хуярина. Почему здесь грязь? Почему здесь какие-то непонятные? Тут банда из 12 негров стоит, курят гашиш. Через 100 метров насрано. Какой-то мусор везде, что-то просто все какое-то. Вообще, какие-то, вот грязь, вот чинами, все разбито, все... какие-то битые витрины, битые банкоматы. В нас бутылку кинули сегодня. Да, мы нас сняли это на камеру. Ну, может быть, не в нас, но короче, бутылка была кинута. Летела в нас, она. Примерно в нас. Да и ты, ты. Ага, тут какая-то замысловатая мелодика. Полифония? Что знаешь? Не так, что тупо дын-дын-дын. А, ну вот, сейчас он отзвонит свое. Смотрите, туристы снимают Нотр-Дам, а я снимаю туристов, которые снимают Нотр-Дам. Двойное снятие, парни! Всех сняли! Ну все, да, мы удовлетворились? Или ты хочешь вокруг оббежать?